Всем привет! Простой метод приготовления очень вкусного пирога надо осуществить. 200 граммов кураги взял, решил нарезать небольшие кусочки в два разреза, а те, которые побольше, в три. Ну, изюм разрезать не буду в этот раз. Изюма взял граммов 150. Добавлю ром. Прекрасный ароматизатор. Ну, такая проблема бывает. Да, ну, честно говоря, у меня такой проблемы не бывает. Так что я наливаю миллилитров, ну, 30, 40, 50. Ну, если у вас рома нет, можете добавить коньяк. Аромат хороший. Сухофрукты впитают ром. 300 миллилитров кефира. 3 яйца. Ну, если яйца крупные, можете использовать 2. Цедру лайма или лимона. Я использовал 2 лайма. Чуть позже выжимаю из них сок, но это не относится к этому блюду. Вообще люблю лаймы, и цедра у них прекрасно пахнет. Взял 300 граммов муки, постепенно добавляю частями. Ну и смешиваю, размешиваю. Щепотку соли, сливочное масло разогрел в микроволновке. Ну, где-то 50, может 60 граммов тоже добавил. Продолжаю смешивать и добавлять муку. А сухофрукты тем временем впитывают ром. Сахар. Что касается сахара, ну, делать надо сладость на свое усмотрение, в соответствии со своим вкусом. Я делаю минимально сладкую вот эту смесь, пробую. Добавляю еще муку и всего использовал, 300 было, чуть-чуть оставил муки. Граммов 20 оставил, ну где-то 280 я использовал. По состоянию смеси, смесь должна быть как густая сметана. Добавил еще немного сахара. Не забывайте, что сухофрукты сладкие, у меня изюм, ну просто очень чертовски сладкий. Поэтому я добавляю так чуть-чуть, чтобы была сладковатая смесь. Но если вы любите более сладкое, конечно, добавьте больше. Я добавил примерно 4 столовых ложки, может 5. Вот такая густота в самый раз. Сода пол чайной ложки. Добавляю и смешиваю. Ну, сода начинает реагировать с кефиром, с кислым кефиром, и образуется углекислый газ, который разрыхляет эту смесь. Сухофрукты впитали ром и приобрели его аромат, что очень даже неплохо. Беру форму силиконовую 23 сантиметра. Ну, укладываю так, как мне хочется. Немножко смеси, потом сухофрукты, потом еще смесь, потом еще сухофрукты. Ну и остальную смесь тоже. Ну, подровнял, выровнял. Притопил изюм и курагу в духовке 180 градусов. Уложил на холодный противень в духовку.
30 минут, ну и минуты 3-4-5 жар сверху. Ну и все готово. Пахнет очень здорово и выглядит симпатично. Дал остыть, но не меньше 2 часов. У меня где-то 4 часа остывания длилось. Ну, в общем-то, все надо нарезать, можно подавать, пробовать. Ну, очень много сухофруктов. Ну, где-то 350 граммов я брал. Можно взять и 300, можно и 400, на ваше усмотрение. Вкусно, даже здорово. Всем приятного аппетита. Пока.